Чувашии начнут готовить преподавателей триатлона. Популяризацию и развитие этого вида спорта в регионе обсудили на встрече глава республики Олег Николаев и исполнительный директор, генеральный секретарь Федерации триатлона России Ибрагим Касимов. И очень радуют цифры, которые вот по разным видам спорта, в том числе по триатлону, не двукратный, но близкий к двукратному росту за последние два года. Если там в 2021 году, по-моему, в районе 470 человек занималось триатлоном, то в прошлый год уже там у нас там более 700, да? Триатлонисты Чувашии и в составе сборной, и резерва. Ибрагим Касимов отметил, в деятельность Федерации триатлона внесут изменения с учетом потенциала, который имеется в Чувашии. И наш регион может смело претендовать на десятку лучших в России. Только по итогам прошлого года в составы сборных команд России вошли 239 спортсменов Чувашии. Это лучший результат за последние 10 лет. И мы надеемся, что в скором будущем, как вы правильно отметили, нужна программа развития. Разработаем схему, где будет представлена именно школа триатлона, республиканская школа триатлона, где будет происходить селекция по региону, и лучшие ребята будут находить свое воплощение именно на территории данного, еще раз повторюсь, уникального комплекса.